Даже для города на семи ветрах это слишком. Начиная с воскресенья в Ульяновске бушует ураган. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду. Стихия доставила массу проблем. Деревья падают на машины и на линии электропередач. Остановки на проспекте Созидателей, улицах Ефремова и Тельмана сильно повреждены. Также покорежило металлические заборы. Сотрудники горадминистрации ликвидируют последствия. В городе объявлен желтый уровень опасности. Кроме того, вечером на проспекте Гая дерево упало на газопровод. Произошла утечка. Находившиеся на месте газовики перекрыли подачу ресурса в ряде домов на проспекте Гая, улице Локомотивной, втором переулке Винновский, где имеются газовые колонки. Ремонтные работы запланированы на сегодня, 14 ноября. Ульяновская область оказалась под влиянием глубокого североатлантического циклона. Когда буря утихнет, знают в гидрометцентре. Процесс ослабевания ветра начнется в западных районах. Но так как все-таки Заволжье и вот районы вдоль Волги, они более подвержены в данной ситуации ветровому, повышенному ветровому режиму, поэтому там ослабление ветра начнется чуть позднее. Но все же я так думаю, что к завтрашнему дню все закончится. 16 ноября, по прогнозам синоптиков, ненастье отступит. Порывы составят не более 4 метров в секунду. Виктория Чиркова, Улправда, ТВ.